по городу и где-то останавливаемся, да, люди подходят, просят сфотографироваться. Наверное, потому что, ну, прикольно. От УАЗика здесь остались мосты, ну, частично, раздатка и коробка. Вот. Все остальные узлы и агрегаты собирались, все, что лежало в гараже, все, что можно купить. Автомобиль, в принципе, делался не для соревнований и не для преодоления каких-то препятствий. В основном делался упор на внешний вид. В принципе, он может ехать по бездорожью абсолютно наравне с другими, как бы, полноприводными машинами без проблем. Такой машиной может управлять обычный водитель, который умеет ездить на механической коробке передач. Органы управления все остались штатные, как в Запорожье.